Всем привет! Это программа Топ Кадр. С вами Ингрид Невенщина. Сегодня мы находимся в Агаларов Гольф Кантри Клаб. Здесь сегодня состоится замечательный турнир по гольфу для всех любителей, а также бизнесменов. Бизнес Point Golf Challenge 2015. Вы знаете, игра гольф — это очень аристократическая игра. И очень важно увидеть сегодня здесь эту уровень, высокий уровень этой игры. Я предлагаю пойти и посмотреть, что проходит в полях. Будет очень много интересных людей. И я надеюсь, вам понравится. Идемте за мной. Формат данного турнира любительский, но при этом большинство игроков имеют так называемый низкий гандикап, что приближает их к статусу, ну если не профессионалов, то таких супер продвинутых любителей. Это довольно серьезный турнир, новичков здесь вы не увидите. Это ежегодный турнир Business Point, в котором достаточно фановый формат, когда играем команды, но лучшие результаты складываются, и потом побеждает сильнейшая команда. Призываю всех начинать играть в гольф. Почему? Ну, потому что, во-первых, это игра для всех возрастов. Можно начинать там с 10 лет и заканчивать 92. Во-вторых, это наиболее такой, что ли, демократичный вид спорта, где независимо от того, как ты играешь, ты можешь соревноваться с игроком любого уровня за счет гандикапной системы. Так что призываю всех москвичей на гольф-поля. Вот в турнире Business Point я участвую второй год. Что это за турнир? Это турнир командный. Вчетвером играешь, берут два лучших счета. То есть два человека могут сыграть хорошо, а два могут не очень, но тем не менее счет держится. Поэтому это достаточно легкий формат. И очень интересно, и вот Ингострах, кстати, уже не первый турнир наш спонсор, и очень приятный спонсор, всегда у них замечательные призы, очень они добросердечные, доброжелательные, всегда как-то так интересно организуют награждение. Я надеюсь, что сегодняшнее награждение не будет исключением. Я знаю, что гольф — это очень дорогое удовольствие. То есть, если вы начинаете играть, то есть это надо специальную одежду, экипировку. Клюшка самая обычная, одежда стоит не так дорого в гольфе. Наверное, самое дорогое в гольфе — это время. То что очень много он требует времени. Из-за этого, наверное, дорогим спортом считается, что человек должен себе позволить тратить столько времени. А сколько времени надо, допустим, ну, на одну тренировку? Одна игра идет там в районе 6 часов, там, ну, плюс еще там приехать и уехать, какая-то тренировка, там 8-9 часов надо, получается, отдать для того, чтобы сыграть один раз. Это тот турнир, например. Ну вот было ли на вашем примере, чтобы кто-то из игроков там бросил клюшку, надоело играть, не хватило терпения, расстроился? Однажды видел, как человек бэк, это вот такая сумка с клюшками, выбросил в пруд. Потом, правда, достал. У меня там ключи от машины остались. И снова бросил. Ясно. Я хочу представить основных организаторов этого турнира: Галина Шадрина и Ольга Резепова. Наш турнир пользуется такой популярностью и разросся до таких размеров, что мы немножко сделали ребрендинг, и сейчас он называется Business Point Golf Challenge. Вот. И играют различные компании, представители разных отраслей экономики и бизнеса. Турнир у нас командный. Наша основная цель этого турнира, чтобы люди знакомились, обрастали какими-то связями, налаживали бизнес и вместе, сообща, проверив друг друга на гольф-поле, строили какие-то проекты интересные, которые способствуют развитию нашего бизнеса России и предпринимательства. Мне просто интересно, как обывателю, то есть игроки застрахованы все, если какие-то будут травмы? Или если они хотят, они, конечно же, могут быть застрахованы. Очень много стереотипов по поводу гольфа, что это очень легкая игра. На самом деле это очень травмоопасный вид спорта. Поэтому, именно поэтому, наверное, страхование очень актуально, и страховой партнер актуален на нашем турнире. Вот. А уже страхование каждого игрока происходит по их желанию. Но все-таки у нас на турнире это эмоциональные могут быть разочарования, если вы не заняли первое место. Но травм у нас не было пока.
И поделитесь впечатлениями вообще от этого гольф-клуба, почему вы его выбрали вот вообще для своих занятий. И вот сегодня вы участвуете здесь, и вот возвращаетесь сюда. Как место Агаларов Эстейт? Очень хорошее поле, по качеству замечательно. Здесь быстро грины, но это, правда, мало кому что, может быть, скажет. Но очень красиво все сделано. Сервис очень хорошего качества. И красивое поле с довольно интересным ландшафтом, с трудностями, с какими-то задумками. Замечательное расположение, близко к Москве, но при этом нет нужды дышать запахами города. Очень живописный пейзаж, замечательная архитектура, благодаря архитектору поля. Здесь у нас очень доброжелательный персонал, ну и само поле очень красивое, интересное, и все, кто играет на этом поле, именно так о нем отзываются, и оно техничное, и, конечно, не сказать, что тут сыграть, это прям как делать нечего, довольно сложно. И здесь, в Агаларово, просто играет много моих друзей, здесь очень комфортно, очень радушный персонал, и что самое главное, здесь дают тележки, ну, в смысле, автомобильчики, электромобили для поездки по полю, что как бы для меня, как человека уже преклонного возраста, очень комфортно, меньше устаешь. Business Point Golf Challenge 2015, который сегодня стартовал с 11 утра, уже начался. А это первая лунка, где совершают все игроки свой первый удар, и мы за этим сегодня наблюдаем и болеем за командой, желаем успехов, побед, особенно команде Агаларов. И хотим заметить, что здесь присутствует очень много селебрити, в том числе Евгений Кафельник, который увлекся игрой в гольф. Очень интересно было за ним наблюдать, как он играет. И желаем всем победы. Увидимся. Ингрида Невенчина, Максим Медведев. До свидания.